Здравствуйте! Итак, детские йогурты. Это не первое видео у меня на канале с подобными продуктами. Ссылки на те, что уже есть, Простоквашино и гадкие я миньоны, вы найдете в описании. По мере выхода новых подобных обзоров, ссылки на них тоже будут добавлены под этим видео. Сейчас же мне бы хотелось уточнить, что в каждом ролике я показываю только один бренд. Это очень удобно и лаконично. Так что, если вас интересует какая-то определенная торговая марка, то напишите мне об этом в комментариях, и я постараюсь снять об этом тоже. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и делитесь с друзьями. По-моему, пора приступать к обзору. Он будет посвящен торговой марке Loco Moco от Lactel, которая в свою очередь принадлежит Lactalis, в данном случае Lactalis Украина, мировому лидеру по производству сыров и молочной продукции. Торговая же марка Loco Moco предлагает широкий ассортимент для самых маленьких потребителей. Продукт принадлежит к дешевой ценовой категории среди ему подобных. Интересен он тем, что содержит в себе комплекс омега-3, кальций и витамин D3, что призвано способствовать лучшему развитию мозга у ребенка. Здесь я нигде не нашла маркировки, указывающей на возраст малыша. Так что это остается на откуп взрослых. У Loco Moco в наличии такие вкусы: клубника, банан, персик и яблоко-груша. Давайте посмотрим на каждый из них внимательнее. Начнем с йогурта яблоко-груша. Объем упаковки тут 115 грамм. Жирность составляет 1,5%. Также он обогащен омега-3, кальцием и витамином D3. А теперь о подингредиентах. Молоко обезжиренное, сахар, фруктовый наполнитель пастеризованный яблоко-груша, сливки, молоко сухое обезжиренное, модифицированный крахмал тапиоковый, загуститель желатин и закваска бактериальная. В наполнитель же входят сахар, вода питьевая, яблочное пюре, концентрированное пюре груши, модифицированный крахмал кукурузный, комплексообразователь цитрат кальция, кальций омега, натуральный ароматизатор яблока груша, регулятор кислотности лимонная кислота, эмульгатор диглицерид жирных кислот и витамин D3. Теперь о йогурте с банановым вкусом. Он идет в наборе из 4 бутылочек. Объем каждой при этом составляет 100 грамм. Жирность продукта 1,5%. И подробнее о компонентах. Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель пастеризованный банан, обогащенный кальцием, омега-3 и витамином D3, сыворотка, сахар, сливки и закваска бактериальная. В свою очередь, наполнитель состоит из сахара, воды питьевой, бананового пюре, модифицированного крахмала кукурузного, комплексообразователя цитрат кальция, натурального ароматизатора банана, омега-360, регулятора кислотности лимонная кислота, эмульгатора диглицерид жирных кислот, антиоксиданта аскорбиновая кислота, натурального красителя каркумин и витамина D3. Переходим к клубничному йогурту. Его жирность составляет 1,5%. Он доступен в двух видах упаковок: единичной таре 115 грамм и наборе из 4 бутылочек по 100 грамм каждая. Рассмотрим ингредиенты в бутылочке. Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель пастеризованный клубника, обогащенный кальцием, омега-3 и витамином D3, сыворотка, сахар, сливки и закваска бактериальная. В наполнитель входят сахар, вода питьевая, модифицированный крахмал кукурузный, сок клубничный концентрированный, комплексообразователь цитрат кальция, натуральный ароматизатор клубники, антиоксидант аскорбиновая кислота, омега-360, эмульгатор диглицерид жирных кислот,
регулятор кислотности цитрат натрия, натуральный краситель кармин, регулятор кислотности лимонная кислота и витамин D3. Теперь об ингредиентах в баночке. Молоко обезжиренное, сахар, фруктовый наполнитель пастеризованный клубника, сливки, молоко сухое обезжиренное, модифицированный крахмал тапиоковый, загуститель желатин и закваска бактериальная. Здесь наполнитель состоит из воды питьевой, сахара, пюре клубничного концентрированного, модифицированного крахмала кукурузного, комплекса образователя цитрат кальция, натуральных ароматизаторов клубники, омега-360, эмульгатора диглицерид жирных кислот, регулятора кислотности лимонная кислота, натурального красителя кармин и витамина D3. И последний йогурт – персиковый. Он также обогащен кальцием, омега-3 и витамином D3. Жирность у него 1,5%. А в наличии я нашла два вида тары. Баночка 115 грамм и набор из 4 бутылочек по 100 грамм в каждой из них. Взглянем на ингредиенты в баночке. Молоко обезжиренное, сахар, фруктовый наполнитель пастеризованный персик, сливки, молоко сухое обезжиренное, модифицированный крахмал тапиоковый, загуститель желатин и закваска бактериальная. В наполнитель тут входят вода питьевая, сахар, персиковое концентрированное пюре, модифицированный крахмал кукурузный, комплексообразователь цитрат кальция, омега-360, натуральный ароматизатор персика, регулятор кислотности лимонная кислота, эмульгатор диглицерид жирных кислот, натуральный краситель масла смолы паприки, натуральный ароматизатор ванили и витамин D3. И о компонентах в бутылочке. Молоко обезжиренное, фруктовый наполнитель пастеризованный персик, сыворотка, сахар, сливки и закваска бактериальная. В наполнителе здесь сахар, вода питьевая, персиковое концентрированное пюре, модифицированный крахмал кукурузный, комплексообразователь цитрат кальция, натуральный ароматизатор персика, омега-360, регулятор кислотности лимонная кислота, эмульгатор диглицерид жирных кислот, антиоксидант аскорбиновая кислота, натуральный краситель бета-каротин и витамин D3. Это все. Таким образом, у Локомока в наличии есть 4 разных вкуса йогурта. Они доступны в различных упаковках. Причем состав продукта зависит от вида тары. И, кстати, состав наполнителя тоже. Для меня это было неожиданно, потому что раньше все, что производится под одной торговой маркой с одинаковым вкусом, было абсолютно идентичным. И объем был не важен. А здесь это не так. Но, видимо, такова была изначальная задумка изготовителя. В целом же, меня тут смущает слишком большой список ингредиентов, как для одного продукта, и тем более детского. Мне кажется, что чем меньше для ребенка намешано, тем лучше, натуральнее и понятнее. Поэтому я не рекомендую данные товары к опробованию, даже не глядя на омега-3, витамин D3 и кальций, которые заявлены на упаковке. А что думаете об этом вы?
Поделитесь в комментариях.